Онкобольных детей в регионе стало больше, сообщила замгубернатора региона Наталья Зубарева. Если в 2018 году в Белгородской области этот показатель составлял 720 детей на 100 тысяч, то в 2020 он вырос на 60 случаев. На 6,3% стало больше школьников с болезнями органов пищеварения. В 2019 году таких пациентов насчитывалось 8,5 тысяч, а в 2020 их стало свыше 10 тысяч. Кроме того, увеличилось количество тех, кто страдает хроническими заболеваниями и физическими отклонениями. Эту тенденцию доктора связали с дистанционным обучением и снижением двигательной активности во время пандемии.